Не всегда на десерт хочется есть пироги и торты. Иногда организм требует чего-нибудь легкого, чтобы сладкие нотки удачно закончили прием пищи. И мой рецепт известного лакомства именно такой. Предлагаю вам узнать о том, как приготовить паннакотту с маскарпоне. Хотя обычно этот рецепт готовится со сливками, но эта вариация оказалась не менее вкусной. Текстура нежная, мягкая и тающая. В состав добавлена клубника, а значит вкус будет насыщенным и сладким. Сделайте десерт с вечера, чтобы с утра порадоваться такой вкуснятине. Желатин залейте водой. Оставьте его набухать на 40 минут или по инструкции на упаковке. Желтки взбейте с сахаром. Поставьте массу на водяную баню. Продолжая взбивать, нагрейте крем. Когда он немного остынет, соедините его с маскарпоне. Клубнику измельчите блендером. По желанию добавьте немного сахара. Затем перемешайте желатин с пюре. Перемешайте обе массы. Перелейте их в форму для застывания. Оставьте десерт минимум на 4 часа в холодильник. Приятной дегустации!